Знаю. Сначала это так называемая лейзи ривер. Это лейзи мышь. Здесь мы малешка обгадились. Сейчас я еще раз обгажу серый. Выпустите меня отсюда! Выпустите! Сейчас мы пойдем вниз на 9 метров. Сейчас это будет писец. Да. Вот мы поднимаемся на 14 метров. Да, и 33 метра будем падать. Нет, 33 в длину. А, Кис, ну не показывай на камеру, что ты не компраны английский. Подожди, мне страшно, страшно, страшно. Если страшно ей, то каково мне? То есть, в общем-то, мы едем в окно жилого дома. Да. И выпрыгивать вот тоже в окно. Ну вот сейчас будет, Господи, помоги. Держись! Лапами держись! Я уже всеми пятью лапами держусь. А пятый как держишься? And the high support of 7 meters. No! Глаза закрывай! Зачем? Вот тут-то я и проснулась! Нет! Нет! Зачем я это сделал? Прости, Господи! Как же хочется жить! 24 метра! Восьмиэтажный дом! Не, ну впереди уже 13 метров. Я уже сейчас не рожу ничего. Ты уже все родил! Не надо меня спиной, я сука боюсь! Да, 11 метров перепад, 49 длину. Все мокрое. Вау. Не кофе надо, вот как надо было меня пропускать. Да, и надо заметить, дешевле, чем кофе. Ну что, какое-то время релакс? Или вы уже не
кусочки и успел почистить. Но пока вроде экстрима не предвидится, я отключусь. Ага. Здесь подсесть или нет? Нет, но здесь же как? А если ты не платишь 10 юаней с носа, то тебе не дают сама шоу-то оно бесплатно. А ты уверен? Да. Вот оттуда мы приехали. Подождем еще одну лодочку. Я думаю, здесь. Там внизу, когда вы сходите. Но вот я и хочу. Да, вот оттуда мы пришли. Оттуда мы уедем. Вот дерево такое. Да. Если это все не бетон. Вот плывет несчастный вверх. А?